Земля древних ивенков и периметров сталинских лагерей, вечная мерзлота и движущаяся пустыня. Всего в двух днях пути от Красноярска лежит иной мир холодных песков Чары. Я, оператор и группа туристов-исследователей на поезде мчим по Байкало-Амурской магистрали. Мимо Братска, Северобайкальска, безымянных полуразрушенных деревень, через тоннели и горные долины идет состав до станции «Новая Чара». Уже с вокзала нас подхватывает вахтовка, и в ней как-то сразу становится понятно, места нас ждут суровые. Проедем часть пути, это километров у нас 20 на вахтовке, и дальше уже обрём пешком. Тут и Урал вывезет не везде, чтобы попасть в пески, приходится топать по руслу реки и болотам. Женя, нам всем посохи взять, нет? Или с одним? А, ну да, мы же в пустыне идем. Нам хотя бы чуть-чуть поменьше, чем 40 лет. 300 метров пешком по наледи. По нашим предположениям, туристов она должна выдержать. Хуже дальше. Несколько километров болот. Уже в мокрых ботинках выходим на окраину Чарских песков. Идти по песку легко. Подмороженный чуть-чуть, поэтому даже мягко, приятно, можно долго идти, чего, правда, не очень хочется делать, хочется побыстрее добраться до озера, где мы сегодня остаемся ночевать. Почти 50 тысяч лет назад ледник с горных хребтов сошел в долину реки Чара и полностью перегородил ее. В этом месте образовалось озеро, а ледники сюда заносили миллионы тонн песка и глины. Со временем вода ушла. Осталась Чарская пустыня. Она самая северная песчаная пустыня в мире. Маленькая, 5 на 10 километров, но полноценная. То есть вот пески, барханы, дюны, все как положено. Пески, да, они немного движутся, они сейчас движутся на поселок Старая Чара, но это буквально там несколько десятков сантиметров в год, то есть несколько десятков лет, пока они до нее оставшиеся там 6 километров дойдут. А пока километры по пескам идем мы через барханы и дюны высотой с пятиэтажный дом в окружении дико красивых гор. Поднимаемся на самый высокий бархан. Фух, песком закидало. Капец всего. Песок везде. В глазах, во рту, на зубах. И даже под флиской это песок. Но красота просто неописуемая. Знающие люди, кстати, на барханы приезжают сразу с бордами. Ну а мы так, по-простому. Поехали. О, понеслась. В одном из оазисов, где вместо пальм лиственницы, сосны и стелящийся кедрач, разбиваем лагерь. Здесь течет ручей, рядом река, с водой в песках проблем нет. Жажда в этой пустыне вас точно не замучает. Есть 5-6 мест, где прямо из-под песка бьют ручьи. Вот один из таких. Здесь явный запах сероводорода. Лечебная вода. Пить ее можно, но надо сначала отстоять, чтобы песок немного осел. Зимой в этих местах температура до 50 градусов опускается, а сейчас хорошо. Всего минус 10 ночью и плюс 8 днем. Купаться иду. Спасибо советским геологам, которые лет 60 назад удобно вывели один из источников на поверхность. Вода холодная, пахнет сероводородом, но не сильно. Такой умеренный запах. Вот здесь душ, а вот там можно пить, наверное. Чарские пески входят в нацпарк Кадар. Все перемещения и остановки на территории нужно согласовывать с дирекцией. К туристам здесь лояльны. Их ждут, пока слишком мало приезжает народа в пустыню. И это хорошо. Дикие места сохраняют свою первозданность и хранят много тайн. Круто, мне нравится. И вообще все здорово на самом деле. Лишних людей нет. Вообще нет людей. Это классно. Ты ходишь, ты смотришь, ты наслаждаешься этим чудом света. Я не любитель походов, но это какая-то проверка себя для меня, наверное. Смогу, не смогу, и вот вроде получается.
Но все еще только начинается. Наша группа выдвигается в горное ущелье Кадар. Там когда-то находился сверхсекретный урановый рудник. В пустыне мы находим остатки разбившегося вертолета и советские вещи вымерших поселков. Об этом через неделю, 23 мая, в новостях «Прима» во второй серии проекта «Бескрайний Леха. Холодные пески. Чары». Алексей Кривогорницын, Дмитрий Кочетков. Новости «Прима».